Иногда человеку срочно нужна помощь, и порой собственными силами не справится. В Ленске хорошей практикой стали благотворительные концерты, помогающие собрать средства на лечение детей. Вот и очередной предновогодний концерт был организован с целью собрать средства на лечение теряющего зрения Мичила Никонова. Участие в нем приняли известные люди нашего района – музыканты, работники культуры, образования и здравоохранения. Концерт был построен по принципу проекта «Звезды», так что на сцене можно было увидеть людей, которые в обычной жизни далеки от сцены. Открыл концерт неподражаемый вокал Сергея Брунько и Ирены Аджин. Но осень на дворе, деревья в серебре, увы, привычка охладила нас. Каждый дуэт был звездным открытием вечера, несмотря на то, что многие из выступающих уже известны своими талантами. Со сцены звучали как вокальные партии, так и известные стихотворные произведения русской классики. Не обошлось и без национального колорита. В этот вечер якутский хамус подружился с современным битбоксом. Этот необычный тандем сложили Евгений Сивцев и фотограф Никита Зверев. Особой мелодичностью отличилось исполнение украинской народной песни. Ее исполнила директор Центральной библиотеки Зоя Ильчук со своей дочерью. Значимость мероприятия добавляла дополнительное волнение участникам концерта. Они трепетно и искренне переживали перед выступлением. На самом деле я в этом концерте в первый раз участвую. Мне очень понравилось, впечатление будоражащее, кровь кипит. Первый раз пою, если честно. Но мне очень-очень, я под впечатлением. Я бы еще раз, если бы меня позвали, я бы участвовала. Подготовка этой акции велась с осени. Сотрудники социальных служб подбирали пары для выступления. Все они выглядели неожиданно и свежо. И концерт, несомненно, порадовал всех зрителей без исключения. Всего у нас приняло участие 15 пар. Творческие личности, так скажем, и руководители учреждений, предприятий города Ленска и Ленского района Отрадно, что приехали поселения, это Бичинча, это приехали села Дорожный. То есть, всем миром мы откликнулись. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто принял в этой акции участие, как организаторы, так и непосредственно те, кто пришел сегодня на концерт, поучаствовал и в аукционах, и непосредственно в концерте. Мы все делаем очень хорошее и доброе дело. Перерывы между выступлениями заполнял аукцион, где каждый желающий мог приобрести сувенирную продукцию и картины местных мастеров, и детей из реабилитационного центра. И, конечно, эти средства также пошли в копилку для Мичила Никонова, который ждет дорогостоящую операцию на глаза. Этой большой работой было ознаменовано открытие первого в районе благотворительного фонда помощи больным детям.